Исполнение главного финансового документа области обсудили с жителями. В Белгороде прошли публичные слушания регионального бюджета за 2015 год. Принять в них участие, задать вопросы и внести свои предложения могли все желающие. С 1 июля водителей, мешающих движению после небольшой аварии, отказавшихся оперативно очистить проезжую часть, будут штрафовать на 1000 рублей. Белгородские госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения мелкие ДТП оформлять самостоятельно по европротоколу и рассказывают, как правильно составить этот документ. Разбираемся в деталях. В Старом Осколе проходит международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. В состязаниях принимают участие более 170 спортсменов, и, как всегда, турнир открывает новые имена.